Илья, попробуй без стрима поиграть. Я не знаю. У меня действительно ощущение, что какая-то косяк с видюхой. Типа, то ли, блин, я там в настройках переборщил немного по качеству, то ли еще что-то. Сейчас посмотрим. Снижу немного, наверное, нагрузку на видюху. Немного прибью графон. Не знаю, что еще придумать в этом плане, потому что еще один вылет я не переживу. У меня уже пуканчик бомбит потихоньку, но странно. Вчера почти за сколько? За 4 часа не было ни одного вылета. Сегодня уже 2 и ни с того ни с сего. Теперь она вообще не запускается, лол. Произошла непредвиденная ошибка. Пожалуйста, нажмите повтор, чтобы вернуться в игру. А я еще говорил, что хорошо перенесли. Но нет, мне кажется, тут не в компе дело. Я еще смотрю на нагрев видеокарты и на все остальное, все нормально. Еще раз. Мне кажется, я, короче, перемудрил скорее всего, с этим. С настройками графическими. Вчера все пиздато было. Проверь кэш. Да нет, тут не в кэше дело. Не в кэше дело. Че-то с картой. Сейчас разрулю. В первый раз, что ли? ПК гейминг, ёпт. Так, настройки. Где тут по умолчанию? Вчера все работало. Посмотрим. Так хорошо играл. Настройки по умолчанию. Так, и эффект глубины резкости отключить. Примите извинения. Я думаю, что для того, чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезапустить игру. Да. Да. Я думаю, что сейчас все будет работать, ребят. Еще раз извиняюсь. У меня еще есть почему-то подозрение, что это из-за того, что я стрим записывал. Комлев88, спасибо большое за подписку. Кто-нибудь из тех, кто смотрит сейчас стримы, является моим подписчиком и помогает мне со стримами, на всякий случай можете мне помочь запустить какой-нибудь бандикам и записать стрим. Я не знаю. Я не думаю, что это так важно. На самом деле, то, что там не будет типа ввода или еще что-нибудь. Я поиграю сейчас какое-то время без записи стрима. Если снова этих ошибок не будет, значит все нормально, я смогу эту запись включить. Или я сейчас посмотрю, куда все записывается. Еще раз извиняюсь, обидно, что столько человек пришло, 6000, и, блядь, игра меня подводит. Это действительно нереально, просто бесит. В моей видеозаписи сохраняется 1.3, 244. Да нет, все нормально. Так что я буду записывать игру. Ладно, будем надеяться, что, блядь, как-то она соберется и перестанет тупить. Кстати говоря, о зэках, можешь, знаешь, паблик ВКонтакте подслушана тюрьма. Недавно кто-то записал тему про то, что книгу Майнкрафт Гитлер тоже в тюрьме написал. И чего? Он действительно писал в тюрьме Майнкрафт. Ты типа меня хочешь подколоть на чем-то или подловить? Я, конечно, не биограф Гитлера, но, по-моему, так и было. Я даже, в принципе, помню, за что его посадили, хотя не на 100% уверен сейчас. Так. Что я хотел? Что я хотел? Графика. Блин. Какую-то фишку я еще хотел посмотреть. Ладно, короче, последний раз едем. Если сейчас вылетает, то, видимо, не судьба. И GTA Online вчера ни разу не вылетел. Так что пойдем туда. Тем более, Ксюша уже вернулся. Создаст мне персонажа, который мне нравится. Да, я без вебки. Но знаешь, есть хакеры, которые умеют взламывать все это. Может, ты разденешься в другой комнате. К тому же у меня стримы, я не хочу отвлекаться.
Я и так уже два раза вылетал, и уже точно третий раз не раз. Он напился и Зигу в барике дал. Да, точно, пивной путч. А, так. Армянин. Третий раз подряд уже. Блять. Еще один вылет и все, ребят. Для меня ПК гейминг закончится на этом. Пойду в Bloodborne играть. Blood motherfucker burn. Не, ну на умолчание. GeForce Experience, короче, выставил настройки какие-то пиздец неадекватные, по-моему. Потому что сейчас игра, ну, просто намного более свагово идет, то есть вообще, ну, типа 186 FPS и все такое. Smooth. Like Baby S. Спроси Ксюху, когда ее стрим. Я думаю, никогда, ребят, это такой был, не знаю, чтобы обман, чтобы набрать лайки. Да, чувак, папа Озона, я знаю, что его посадили за организацию пивного пуща, я прекрасно это знал. И у меня по истории всегда было три, но даже при этом я знаю такие вещи. Да ладно, еще у меня всегда было пять. Вообще, я, наверное, самый большой интеллектуал поколения после Михаила Друзья, и то он намного старше. Посмотрим, что будет, когда мне будет 30 или сколько там друзей. Илья, будет ли еще видео по типу болтовня? Я записал, мне осталось монтировать. Болтовня уже будет скоро. Причем скоро, скоро, скоро. Забавно, что там в автошколе рассказывали, что белые машины попадают в аварии по статистике реже всего. Но мне почему-то кажется, что это связано с тем, что вообще белых машин меньше всего. Никто себе же не покупает белые тачки. Впрочем, нам это объясняли тем, что они кажутся больше размером, и в них тяжелее влепиться, чем в черные. Что, в общем-то, тоже правда, белое отсвечивает и кажется больше, чем есть на самом деле. Поэтому, если, например, вам не нравится тощая жопа вашей тянки, то можете одеть на нее белые трусы. Симон, этот разговор уже становится совсем невеселым, когда слышу его в 50-й раз. Ребят, молитесь, молитесь. Стрим просто рядом с коллапсом. Ну, мы, конечно, поиграем, наверное, в онлайн, но, блин, мне хочется еще проходить. Я уже чувствую, я вот не знаю, уже чувствую какие-то проседания, подлагивания. Что это, блядь, за проклятое место такое? Дом Майкла, вокруг него половина сюжета ебаного. Так, пойдем пешочком прогуляемся отсюда. Типа, приятный денек, чё бы не подышать воздухом, правильно? Нет, это, короче, полный бред. Давай машину, бро. Я доеду все-таки. Была не была. Была не была. Спасибо всем еще раз, кто пришел на стрим. Если что, фоллов нажмите. Потом запись первых двух половин этого стрима, который, в принципе, уже тоже идет где-то около часа. И было о чем поговорить. Собственно, я и поговорил. Все это будет потом на канале YouTube MadGo Stream. Подписывайтесь также и на Twitter, фоловьте, ставьте лайки, любите себя, своих родственников, родных, кем бы они ни были. Джеки Чан! Блять. Ну ладно. Черные, видимо, не могут в спортивную акробатику. Так. Так. Все, я понял. Просто хотелось, знаете ли, в этом, как в этом, в часе пик и все такое. Сагитариус, спасибо огромное за подписку. Забыл, как это слово переводится, что-то типа лучника эльфийского или вроде того. Спасибо. Спасибо большое. Желаю тебе всегда бить в цель, даже если я твой ник неправильно понял. Как я сейчас буду бить в цель? Если вы не вооружены, обойдите врага сзади, удерживая, блядь, одну из кнопок мыши, нажмите R. Извините, Никита Михалков, кстати, блин, докатился он. Стал работать с садовником каким-то. Используя режим скрытности, вырубая врагов, вы увеличиваете показатель скрытности. Хорошо.
Вот тачанка, которую нам надо угнать. Ха. Так, ну, видимо, мне надо сначала как-то это спровоцировать то, что дверь не открывается, или типа того. Да. Просто я-то уже делал эту миссию, я знаю, что там дальше будет. А, странно. Так работает стрим или нет? Потому что после... Черт, опять? Опять упал, что ли? Чё за дерьмо? Пацаны, работает? Ладно, вроде, короче... Короче, вроде работает. Я знаю, как пройти этот дурацкий квест, не переживайте. Я помню. Я просто переживаю, у меня уже дрожь земли, как дрожь... дрожь анала, как дрожь земли. Я каждый раз просто начинаю переживать и все такое. И каждый... Как только в чате кто-то написал, типа, не работает, и я сразу пригорел. Все, хорошо, ребят, я понял, что работает. Пригар был лишним, все понятно. Так, черные парни должны... Трипл пенетрейшн, спасибо большое. Я тоже люблю трипл пенетрейшн, это любимый мой жанр сейчас. Вообще, порно стало более акробатическим, что ли. Если раньше оно было... ну, просто обычное порно, знаете. Девки, мужики и все такое. То есть сейчас уже порноактрисе нужно удивлять, чтобы стать популярной. То есть трипл пенетрейшн и какие-то... дабл аналы, трипл аналы. Вот это уже теперь ценится гораздо больше, чем просто быть симпатичной и заниматься сексом с мужчиной на камеру. Это уже не катит. Ну, есть еще психологическое порно, я его так называю, типа sell your girlfriend и так далее, где ты можешь реализовать свои порочные фантазии, типа. Че за говно? Ладно, я справлюсь. Я просто забыл, действительно, куда-то надо залезать. А, все-все-все, вспомнил. Да, вот гейпинг тоже интересный жанр. Какая же у него, блядь, отвратительная дочь. Это просто пиздец. Не хотел проходить это дерьмо второй раз только из-за того, чтобы с ней не встречаться. Шлюха крашеная. Чё по телеку? Украина опять показывает. Ну ладно. Пойдем потихонечку. Синие метки на радаре указывают, сколько шума вы издаете. Но насколько я помню, здесь можно более-менее забив на все. Добраться до тачки. О, тренер. Хорошо быть, наверное, теннисным тренером. В семье богатой сучки. Так, я чуть прибарщиваю, по-моему, мне немного не сюда. О, да, о, да. Блять, он теннисный тренер или тренер гольфа? Чё за говно вообще? Ебалово сплошное. Надо посмотреть, как моя женщина на курсах по английскому ведет себя. Sell your girlfriend to BBC. Думал, не спалюсь. Сейчас, секунду. Я немного сверну игру. Только не вылетай, только не вылетай. Мне нужно быть уверенным, что стрим идет. Так, так. Все, отлично. Поправил немного окошки. Фух, ну вроде пока вылетов больше не было. Мария... Априлис. Мария, вы сегодня вторая девушка, как мне представляется. Но если, конечно, Вова и еще парочка человек не оказались женщинами, которые подписались, я приветствую вас на стриме. До этого была суперсексуальная горячая стримерша. Кстати, найдите на нее ссылку, мисс Кукис. Теперь вы и апрельская женщина. Я надеюсь, что вы тоже горячая. Мария. Мария, аве Мария. С большими сиськами, я надеюсь. И маленькой жопой. Орешка. Ну да ладно, мечты, мечты. Наверняка страшила и школьница. Едем.
едем дальше. Охуенная концовка. Вот, кстати, впервые Лулза я словил от атмосферы. Вспомнил старые добрые GTA-щики, когда надо было Майклом ворваться на тачили прям в окно. Это было реально забавно. Скоро уже произойдет. Ну а пока, покатушечки, диаложики. Я надеюсь, вам все это видно и можете наслаждаться полностью. Специально для вас играю, чтобы вы могли понять, нужно вам тратить 2000. Или можно посмотреть просто на YouTube прохождение более выносливого и везучего на вылеты человека, чем я. Но я уже сказал, просто люди уже потом позже подключились. Я уже сказал, что хорошего есть в этой игре, и мы посмотрим и этот аспект в дальнейшем. Погуляем просто по городу, зайдем в киношечку, покатаемся на колесе обозрения, в стрип-клуб, сгоняем. Ну, вот самый, наверное, нормальный персонаж этой игры. Запилите смайлик в аномаз, не будет смайлик в аномаз, чувак. Я только из-за таких дебильных смайликов и... Мисс Кукис, нет, ты меня за кого-то другого принимаешь. Чувак, блин, ты разбил мне сердце. Я был уверен, что есть такая стримерша. Какого хрена? Чувак, ну что ты за говноед, блин? Я тебя перепутал, да, я уж понял. Я теперь вспомнил, ник там просто Кукис, блин. Типа того, забейте, короче. Перепутал, блин, и все. Привет, зануда. Мэтт, будешь Лигу Чемпионов смотреть сегодня? Нет, я сегодня стримлю для вас. Мне неинтересно смотреть Лигу Чемпионов. Там нет русских команд и все такое. Пока мне нужно отпиздить армянина, блядь. На. Прям по роже. Я не знаю, я представляю на его месте какого-нибудь мерзкого начальника. Не знаю, знаете, на кого этот чувак похож? На одного из этих мерзких чуваков, которые... Ну, шутники такие охренительные, которые спектакли ставят день выборов, день радио, вот, который такой лысый и постоянно изображает из себя сексуального умного чувака и такого смешного, юморного, и потом все тянки текут от этих дебильных фильмов про что говорят мужчины, дни выборов и так далее. Типа, они такие тонкие и смешные. На самом деле, это просто говно жуткое. Мисс Кукис, это стримерша, она у тебя в чате, но ты ее путаешь с какой-то другой стримершей. То есть, я говорю, что Мисс Кукис, это сексуальная, охренительная стримерша с большими сиськами, у которой есть ВКонтакте фотки на пляже. Но при этом она приходит, и это действительно оказывается стримерша, и говорит, что это не она. Как можно отказываться от того, что сексуальная? Ну окей, никаких проблем, Мисс Кукис. Никаких проблем. Он на Кехмана похож еще, ну и на чувака из квартета И тоже, да? Я вот именно с чуваком из квартета И сравнил. Он типа пытается выдать себя за еврея, но мы-то видим, что это не только еврейская морда, но и армянская. Ксюша, я не знаю, кто такая Мисс Кукис. Я только что узнал, зачем ты... Нет, ну... Ну я не знаю. Да это Кекс, он... Он мне рассказал. Блин, я, короче, тут этот спалился, молясь. Так. Теперь вы можете выбирать между Майклом и Франклином. Нахуй Франклин. Если бы мы выбирали между Франклином и Линкольном. Или тем более Вашингтоном. Так. Собственно, уже можно доставать зубочистку, вставлять себе в рот и кататься. Представляешь, что ты Фил Гослинг, блядь. Майкл, ты купил корт, но не играешь. Я уже крепко держу ракетку. Тренер невероятный, мужик целую. Ничего, скоро мы твоему тренеру люлей надаем. Ну ладно, домой потихонечку. Или давайте какой-нибудь... Мини-ивентик. В кинцо сходим, блин, а то такая напряженная ситуация. Армянина отпиздили и все такое. Карта. В кинцо хочу. Кинотеатр. Кинотеатр. А, выбрать метку. Да, отлично, погнали. Та-ра-та-ра-та. Посмотрим, что сегодня в кинцо. В кинце крутят. Может быть... Интерстеллар, как же мне, блин, стыдно за то, как я испортил людям просмотр Интерстеллара. Я не знаю, что за человек
сфоткал, как мы с НСом спим, но я вел себя отвратительно, особенно по отношению к человеку, который слева от нас сидел, я ему пытался предлагать ром, чокался с ним, потом начал храпеть, потом упал между сидениями, потом просыпал попкорн, потом уснул на Ярославе, потом кричал «говно». А ведь фильм-то наверняка хороший, но мне настолько «Интерстеллар» не понравился. Ксюша стрим смотрит, не пались. Окей, 7 тысяч человек на стриме, обалдеть. Вчера, конечно, было 9, но чисто из-за хайпа. Сегодня уже 7 пришло смотреть, как я GTA прохожу. При том, что стрим два раза вылетал, точнее, игра вылетала, кладя стрим. Я надеюсь, больше такого не произойдет. Anyway, все записи и так далее на MadGoStream. Twitter MadGoStream. Follow. Follow me, motherfucker. Делайте селфи на фоне моего стрима, присылайте мне, и я посмеюсь, какие вы ебанутые люди. Это что, кинотеатр такой? А, вот. Нет, не могу поверить, что... А, вот-вот-вот кинотеатр. Рядом с тату-салоном. Надеюсь, стоп-хама... Надеюсь, стоп-хама здесь нету нигде. Ну ладно, ничего страшного. Я жената на своем отце, что... Отличный, наверное, фильм. Стопудово Сарик Андреасян, режиссер. Так, а это что, первая звезда этого фильма? Курящий подросток? Почему все его фотографируют? Так. Так, иди в жопу своим кортом, шлюха, блядь. Ну-ка, ну-ка. Давай, парень, сделай какой-нибудь па, типа, покажи там большой палец согнутый. Не, нахрен его. Жуть. Просто жуть. На плойке, кстати, тут иногда какие-то роботы с лазером играются, но не сейчас. Ух ты, какая эмочка. Нет, это не эмочка, это старушка, но лосина-то классная. Сори, ну ничего-ничего. Я прощаю тебя. Тату-салон. Но тату-салон, видимо, закрыт. Короче, пойдем, наверное, сходим, посмотрим, что в кино. Хочу на тот фильм. Про женитьбу отца. Погромче, что ли, сделать? Дайте погромче сделал. Блять, я $20 просрал на эскейп, нажав. Ребят, повторный сеанс. Сейчас. Настройки. Я погромче хотел. Так получилось. Так. Давайте еще разик. Может, другой фильм будет, не знаю. Я потом напишу в ЛС по поводу донатов. А то не все донаты мои, чтобы не было обиды. Хорошо, никаких проблем. 70к фолловеров — это заебись, потому что завтра будет голосование на сабдей. Кто хочет, приходите, голосовать могут только подписчики, я дам ссылку, вы проголосуете, буду играть в игры, которые вы выберете. Голосование будет завтра, сам сабдей, наверное, в пятницу. Ессентуки номер 17 пью. Совсем скатился, скоро буду обзор делать. Так, что-то мне кажется, что это не фильм про женитьбу на собственном отце. Кстати, даже порно-магнаты как бы такие сюжеты обыгрывают обычно, типа I fuck with my stepdad. Типа, все нормально, это всего лишь отчим. Или stepmother. Инцест не в почете. Сдается мне, это артхаус. Я не сплю, я вижу сны, но не сплю. Какая у тебя замечательная жизнь. Ты видишь сны во сне и наяву, но на деле ты всего лишь вор. Пиздец, я 40 баксов в кассу этому фильму закинул. Завтра голосование, не сегодня. Начнем где-то в 10-8. Не знаю пока. На MadGoStream подпишись на Twitter. Погоди, чувак, из чата, я слишком увлечен. Ты Мария, ты ее слышала. Кто это был? Спасибо за подписку, Drunken Punch 1993. Мне кажется, Drunken Punch — это то, что нужно режиссеру этого фильма.
Блять, сюда кто-нибудь кроме меня пришел вообще? Я ни одного человека не вижу, ни одной башки. Однажды, короче, зимой в минус 25, наверное, мы пили водку на улице, а потом нам надо было ждать, когда чувак подъедет и заберет нас на хату на машине. Но это происходило... Ну, то есть у нас было 2 часа, мороз был нереальный, мы все выпили, деньги кончились. Осталось рублей, наверное, 45, нас было трое. И мы зашли в кинотеатр и нашли фильм, который шел за 15 рублей в день. Билет 15 рублей стоил, назывался фильм «Не хлебом единым». Вот. Вот что-то такое там было на экране. Лучше бы мы замерзли, нахуй. Че за дерьмо? Маваша играет одну из ролей. Tu aimerais te placer en victime, Antoine. Mais dans cette vie, nous sommes uniquement les prisonniers des prisons. Confusons nous-mêmes. Para ser una callejera y una esposa sin es una forma de hablar muy ambigua. Это артхаус, скотина, кино 10 из 10. Я думал, ты свадебную вазу смотрел. Я сейчас, мне кажется, жопа лошади. Лучше бы мне еще раз жопу Харламову показали из очень страшного кино 1. Я вообще не понимаю. Прости, но я не прошу себя, если не открою тебе глаза. Она была уродливой, сварливой бабой. Я даже не успеваю. Тут другие фильмы показывают, потому что я чуть не полностью удовлетворен тем, на что я сходил. В общем, понятно. Я когда говорил про Интерстеллар, типа, ну да, что-то похожее. Я думаю, что это местный Кристофер Нолан постарался. Фильм 10 из 10, а шишка встала. Фильм просто 10 из 10. Это бред умирающего чувака, да? Вы думаете? Вы так это интерпретируете? Мне кажется, это прежде всего про раздвоение личности, про сомнения, которые у него были. То есть он, может быть, он и умирает, но, скорее всего, здесь как бы... сюжет о том, что он переживает сомнения, которые у него были. Он думал, что его жена шлюха, мучился от гомосексуальных фантазий, не желая признавать то, что его тянет к мужчинам. И в итоге он так и не решился признаться себе в этом, а вполне возможно даже хотел сделать операцию. При этом жил он всегда с природой, в единстве, но... готов был мучить ее, и это символизирует лошадь и мимы в лодке. Что я несу? И при этом он еще был скромным вором, друзья. Что происходит? Все, ребят, я не часто ухожу до конца сеанса, потому что люблю досматривать фильмы до конца. Никитос, кстати, забавно, то, что один из людей, которые тогда на «Не хлебом единым» были со мной, его звали Никитос. Все, я сдаюсь, ребят. Мне кажется, что... Может быть, это конец? Нет? Давай, Луиджи. Или как тебя там? Марио. Отпускай свою душу. Коммунист, вор. Не-не-не, ребят, я боюсь, что у меня крыша поедет, блядь. Это просто пиздец какой-то. Дайте мне кассира. Я ему сейчас щи разобью. Вылезай! Давай, давай! Что за говно? Вот этот чувак, он похож на тех, кто смотрит такие фильмы. Это шапочка, это очки. Возможно, он даже главную роль играл. Давайте представим, что это он был. Понял, блядь? Пошел отсюда, соска малолетняя.
О, моя машина на месте, отлично. Так, друзья, все. Все. Никаких больше. Ты просто слишком разбираешься хорошо в кинематографе. Нет, мне кажется, я слишком плохо. Это просто трейлер Гульмана. Я думаю, что если бы Святослав Гуляев, при всем моем уважении, снимал фильмы, то получалось бы что-то именно такое. Какие-то скрытые фантазии человека, который не определился. Детка, стой! Зачем я вылез? Было бы легче догнать тебя, если бы я не слез со своего. Давай, 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 на этом мопеде. Машина моей мечты. Из-за которой у нас был вылет, но это мне не помешает. Боже. Блять, я просто хотел красиво прыгнуть ей на капот и показать, что такое экшон. Майкл, просыпайся. Майкл, мы еще можем успеть. Пожалуйста. Нет. Черт, я чувствую себя как жидкий терминатор, когда он догонял те машины в начале. Давай, 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 давай. Отлично. Их даже две тут рядом похожих, но мне повезло, и... но везет сильнейшим. Кто-то просил меня сгонять на пляж, посмотреть на закат, но мне кажется, закат кончится уже, пока я доеду до пляжа. Сейчас я оценю, где мы находимся. Пляж. Я, к сожалению, даже не знаю, тут пляж как-то отмечен. Я уже говорил, что я плохо ориентируюсь в городе. Но закат действительно классный. Ну, как я уже говорил, типа, в начале стрима, если кто только что пришел, вот это вот ощущение города американского. Причем, я бы так сказал, несмотря на то, что это типичная песочница, где люди ходят и ни на что не реагируют, это все равно игра, в которой город живой. Мне он представляется живым. То кошка пробежит, то какой-то необычный человек пройдет, то еще чего-нибудь, типа... Ну, есть разнообразие. Кто играл в Watch Dogs, вот отличная там идея показывать досье на каждого человека через этот самый... Через долбанный смартфон. Но это все как-то на рандоме было, и город ни хрена не оживило, при том, что я люблю такие фишки. Я люблю тропик, люблю ситис, где можно любого жителя навести и узнать, куда он идет, чем он занимается. Да, это прикольно, это такое... это был первый... Извини, братан, полицейские так таранят тут в этом городе, то что... Бро! Чуваки, ну это погоня такая, я не виноват. Не виноват, блядь. Ну мы почти уже доехали до дома, я думаю, что... Кстати, опять это та самая аномальная зона, где игру выбивает у меня, но надеюсь, что все пройдет нормально. Действительно, то, что я снизил немного нагрузку на видеокарту, помогло. Думаю, что это еще, ну, типа... судя по тому, как OBS при этом лагает, я думаю, что слетают реально драйвера, и не только из-за того, что карта перегружена, не только из-за GTA, но еще и из-за OBS. Го нового босса Нигу. Посмотрим. На онлайн посмотрим там дальше и так далее. Почему так много людей, машин убивает атмосферу или нет? Нет, наоборот, чем больше людей и машин, тем лучше, и я бы вообще делал максимум, на что позволяет движок и так далее, то есть. Я бы не сказал, что, типа, город от этого живым становится, от того, что по нему много кукол шляется, типа, которые ни хрена не делают, но тут у них есть некоторые взаимодействия, можно посмотреть, как они стоят, говорят там, или убегают, или бухают, идя по улице и так далее. Вот, например, представим... Убери это, Майкл. Это не обязательно. Представим, что мы действительно чувак вот такой вот, который там, ну, когда-то воровал и нажил богатый дом, и жена шлюха, дочь ебланка. В принципе, можно сидеть, курить пиво дома, можно... Вот я бы жил, да, вот в таком месте, с таким климатом. Я бы вот каждый раз вечером выходил на прогулки. Просто выходил бы и гулял бы, отдыхал, тусовался с бутылочкой винца какого-нибудь. Смотрел бы на...
окружающей среды. Ну, район хуёвый, тут вообще людей нет, потому что, типа, богатый район. Но когда мы в гетто вышли в начале стрима, мы видели, сколько там народу было. И в гетто тут тусоваться реально прикольно. Граффити и всякое дерьмо. Вот Опра Уинфри. Отлично. Пойдем. Пойдем в дом. Кстати, можно было бы засейвить эту машину. Я такую же найду себе сегодня в онлайне. Сделаю ее матовым. Сгоняй в те места, где снимал детку геймер папа Озон. Я понимаю, что ты троллишь, но детку геймера снимал Игорь Линк. Он мне просто скидывал видео. Я даже не помню, что там было. Вот ролик про GTA 5 онлайн мы снимали уже вместе, и там реальный футейдж. Мы играли. В принципе, Майкл занимается тем, что я ему посоветовал буквально минуту назад. Отлично. Вот с этим персонажем я могу себя ассоциировать. Можно будет для сабдея заказать игру, которая есть Steam, но для запуска надо быть щитом дохта с экзешником. Ты знаешь, проверь вот на своем примере. Если у тебя запустится она через OBS, то я готов помудохаться. В противном случае, не знаю, не уверен. Опять черные прерывают. Кайф и блаженство белого хозяина. Просто тапочка, я еще сомневаюсь, что игра как бы всплывет, потому что то, что ты проголосовал, надо как можно больше голосов набрать. Вано пошел аналитику пилить. Уже есть какая-то аналитика там. И Линк поднялся, у него просмотров больше, чем у Хауна. У него даже больше, чем у меня просмотров. Но, ребят, это же шоу для школьников. А чем вы? Сейчас шоу для школьников набирает пиздец много. Я вот до сих пор помню этого новую звезду интернета. Вот я бы его в днище запилил. Я забыл, как его зовут. Мальчик такой, лет 8 или 9. Типа Саша Спилберг, только мальчик. Какое-то говно вообще унылое пилит. Но, понимаете, сейчас основная аудитория интернет, почему тёлки 5-летние тверкают там? Ну, этим по 16 был, но тем не менее. То, что они все это видят на Ютьюбе, основные... кто смотрит все это, им мало лет, и им купили вот дешевые мегафон айпады, ну не айпады, а планшеты, а дешевые мегафоновские. И они на уроках там сидят, смотрят. 90% потребителей интернет-продукции на YouTube это школьники. Поэтому там могут быть миллионы, два, сотни миллионов просмотров. Лично мне то, как записывают одни школьники Let's Play по Доте, а другие школьники, а Игорь Линк, безусловно, остался на уровне развития пятилетнего, ну, мне неинтересно это смотреть. Ну, типа, реально серьезно, ребят. Assassin's Creed такой же говно и все остальное говно. Я это говорю не потому, что я, типа, завидую им. Я уже много раз говорил, например, тому же Хованскому, когда он начал летсплеями заниматься. Чувак, не борис ты на этом поле снимет. Это будет выглядеть, как если бы какая-нибудь Надежда Бабкина хуярила Металлику. Ну, типа, это тупо. Так что надо заниматься тем, кто, к чему у тебя душа лежит. Например, стримить. Все, хватит с меня этой заставки. Короче... Буквально парой слов. Мы с этим негром теперь друзья. Он как бы понял, когда Майкл заставил разбить витрину, что Майкл это настоящий мужчина и может заменить ему отца, которого у него никогда не было. А, у этого никогда не было нормального сына, как это жирный ублюдок. В онлайне купи квартиру в большом доме, там можно будет бухать и курить. Я знаю, я видел. Сегодня рассказал все... Сегодня рассказал все Логвинов. Нет, не Ивангай, ребят. Сейчас я даже свернусь, я вам... Ивангай охуенный. Я даже ничего говорить не буду по сравнению с тем, что я вам сейчас покажу. Ивангай охуенный. Я вам сейчас покажу по статистике Social Blade самый популярный канал Рутюба в России за последний месяц. Секунду. Найду только. Так. Сейчас в чат скину. Вот, ребят, это самый популярный российский канал Ютьюба за последний месяц. Вот это не Ивангай, не Саша Спилберг, не Лололошка, я не знаю, кто там еще, я просто уже не слежу. Вот это
посмотрите и просто охуете. Ну, может, кто-то и не охуеет, может, кто-то думает, что так и надо. Но я ничего против не имею, опять-таки. Парень творит хорошего качества ролики, интересные людям его возраста и интересные ему самому. Так что ничего плохого в этом нет, просто... Просто вот. Вот это то, что популярно сейчас на Ютубе. Потом придут какие-нибудь ублюдки, Илюха, что-то ушел там, типа, с Ютабика там и так далее, бля, Ютаб классный. Нет, я не уходил никуда, я продолжаю делать, просто я не делаю видео каждый день и так далее. Я, типа, как хорошее вино, если руководствоваться идеями Жданова, то в меня напердели бактерии, и я стал очень мощным. Не знаю, я уже несу бред. Поехали. Насколько я помню, сейчас будет реально прикольная тема. На консольке ее, кстати, не так легко сделать. Это когда надо поймать своего жирного сына в машину с открытым верхом. Мне это доставляло, я помню. Мы уже скоро, наверное, в онлайн пойдем. Не знаю, я, наверное, даже 30% игры уже прошел на приставке в свое время. Не уверен я на 100%, что пройду сингл, хотя для стрима, опять-таки, для вас, дорогие друзья, все-таки 7000 человек. Я знаю, что тут есть пара маргиналов, которым лишь бы Хасана, но GTA-шечка-то хайп-хайп. Ну-ка, друзья, поддержите меня в чате какими-то смешными смайлами. Найдите самый смешной смайл, который есть у вас в запасе, и запастите его. Мне будет приятно. Тем более после того, как моя женщина ушла от меня из-за измены с мисс Кукис. Теперь я не знаю даже, как быть дальше. Вот он. That's my boat. That's my boy, а моя лодка. Ну ладно. Лодка-то все равно спиздит, я помню. Так, ладно, сейчас мне надо сконцентрироваться, ребят. Я не буду сейчас жестко пиздеть. Мне надо реально собраться. Неохота с 25-го раза проходить. Тем более, блядь, негр полез на капот. Мать его. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блядь. Смелый парень, извини, подписчик, ты выбрал худшее время для подписки на USP. Красный мед. Спасибо, обожаю красный мед, правда, никогда не пробовал никакой, кроме белого, да и белый не пробовал. Я против наркотиков. Я люблю жизнь. Наверное. Спрыгивайте, блядь. Выкинь его нахуй. Отлично, отлично. Твою мать. Отлично. Слушайте, парень, вот этот темнокожий-то отлично справляется. Забыл, как его зовут. Латоя? И этих я помню. Тревор, который бешеный, Майкл. А этот... Лудакрис? Я не помню, как его зовут. Нажмите R, чтобы включить-отключить кинематографическую камеру. Сейчас, блядь. Так, а мне помочь тут надо, что ли? Я и забыл, кстати, не помнил о таких вещах. Go find fucking Jimmy. О, Джимми, блядь! Я думал, он уже падает. Сейчас я догоню. Кинцо за 2,5 просто. Фух, жирного поймали. Блять! Нет, нет, нет! Твою мать! Ведь мне же надо, наверное, и Лудакриса спасти. А, не знаю, успею ли я догнать эту тачку. С первого раза, видимо, не получилось. Хотя нет, получилось, все нормально. Скрипт не дал им далеко уехать. Отлично. MLG, парни. Какая кинематографичная миссия лучшая в этой игре? Потеешь, да, спасибо. Норм сериал.
Фух, Better Call Saul, да, даже поинтереснее, чем Breaking Bad. Мне все советовали Breaking Bad, но смотришь первую серию, она говно, и тебе пишут, посмотри вторую, она говно, и тебе пишут, ну, после третьей точно поймешь, потом, типа, ну да ладно, второй сезон зато будет классный. Всем просто нравится лысый мужик, и все. И молодой мужик, они клевые. Лудакрис лучший именно. Пусть он будет Лудакрис, я реально забыл, как его зовут. Машина только сдохла, но это не страшно. Когда столько денег, можно хоть каждый день покупать такие, наверное. Как вам, кстати, тот парень, которого я скинул вам в чат? Вот прикиньте, какой надо контент пилить, чтобы быть в топах. Это действительно любопытно. И никаким Усачевым, Костем Павловым, Сашем Спилбергом и так далее даже снится не может такая популярность. И так-то никогда у них ее не будет. Это забавно. При том, что когда-нибудь этот паренек, когда ему нужен будет переход на более старшую аудиторию, когда ему станет там лет 20, он сойдет с ума так же, как Юзи. И вот тогда я открою школу психологов, точнее, кабинет видеоблогерских психологов, и буду лечить детей от депрессии, которые были популярны на Ютубе в детстве. Таков мой план. Как считаете? Я подписался. Ну вы и козлы. Пытался смотреть Шерлока? Не знаю. Пытался, одну серию посмотрел, мне не понравилось. Ну блин, я вообще, видимо, сериалы не люблю. Или мне, может быть, просто крысиная британская рожа Бенедикта Камбербума не нравится. Фишмейстер, спасибо огромное за подписку. Я думаю, ты не пожалеешь, стримы почти каждый день. Долгие, продолжительные, сексуальные. Волосатый, в чате можешь склеить таких замечательных телок, как мисс Кукис, Кекс. Иногда факер приходит. Все что угодно для тебя, братан. Подписка окупится. Илья, когда он сойдет с ума, он уже будет миллионером. Ты думаешь, миллионеры, сошедшие с ума, чувствуют себя лучше, чем обычные люди, сошедшие с ума? Нет. Многие великие, между прочим, я думаю, что не бедные люди, заканчивали в зеленом доме. Например, Эрнест Хемингуэй, ну, так, первое, что приходит на ум. Который говорил, что за ним следит ФБР и прослушивает его телефоны. Его лечили током, били, и он потерял полностью память, окончательно ёбнулся и убил себя. Павел Черкасов, спасибо за подписку. Эту историю про Эрнеста Хемингуэя, которую я просвещаю своих подписчиков, я дарю тебе. В общем, после того, как умер, ФБР рассекретило данные, что они действительно за ним следили и прослушивали телефон. Вот. Да. Да. Смешнее этого будет только если какая-нибудь девочка из той тверкинг-бригады покончит с собой из-за того, что ее начали травить. Вот что интересно тогда скажут Мизулина, Астахов и другие люди. Сегодня, кстати, еще одна школьница выбросилась с окна, десятиклассница или девятиклассница, по-моему, из Челябинска, с огромной жопой. У нее ВКонтакте фотки, где она фоткала свою задницу, причем иногда в стрингах. Через полил.ком посмотрел. Выбросился из окна из-за неразделенной любви. Дети, блин, не занимайтесь херней. Жизнь дается одна. И всего один раз. Как бы вам не было тяжело, не сдавайтесь никогда. Тем более GTA 5 вышла, Mortal Kombat. Какого хрена? В чем не живется-то? Папа Озона, я бы сходил к ней на могилку. Сегодня надо идти, я думаю, уже. А то поздно будет дальше. Я тоже хочу 800k подписчиков. Мэтт, что делать? Ну, будь... Не знаю, максимально тупым. Мусе факер. Да? Популярность таких видеоблогеров, как этот парень, говорит о контингенте современного Ютуба. Да неважно, забей. Это же не принципиальный контингент, контингент. Главное то, что чтобы люди понимали, что сейчас в трендах. Я что крадил. Если я сигану 14-го, про меня скажут. Про тебя никто не скажет. Скажет идиот какой-то и все. Вот когда симпатичные жопастые телочки это делают, это другое дело. Давайте сделаем свэк-машину. О, да. Боже, меня привстал.
Так, подвес остался красным. Пороги, точнее, видели. А, нет, это выше порогов подвеска. Да, для школьников просто не игра, а чудо. Ну, серьезно. Dark, вот, seriously. Вы будете просто... Тут даже Кларксон есть. А, нет, это Клаксон, сори. Я думал, что вашего любимого ведущего сюда завезли. Нет, серьезно, школьникам очень понравится. Они могут только в гараже по полчаса сидеть. Я-то сейчас Ваномас воняет, когда он увидит возможности этой игры. Он сразу возбудится. Franklin, right? Смотрел видео, где Виджелин привет на себе майку. Ну, чувак, забей, ну, Санчес. Это можно посмотреть на пьянке с друзьями, чтобы поржать. Нет, зачем это смотреть? Я выше таких приколов. Мэтт, ты слышишь подкаст отвратительных мужиков, и как тебе портал? Не знаю. Не знаю. Я не слушаю. У них такое консольно-старперское мнение по всем вопросам. Я-то пекарь. И... не знаю. Мне их мнение... Мое мнение никогда не совпадает с их мнением, поэтому я не уверен на 100%, что это то, что мне нужно. Для того, чтобы... Ну, если кто не понял, то речь идет о портале Disgusting Man, где бывший подкаст «Адовая кухня», если кто-то сейчас из нынешних зрителей Твича вообще помнит такую бодягу, то вот у них новый портал, где они продолжают ныть про то, что консольные игры — это пиздаты и так далее. Блять, ну, навигатор просто охуенный. Напоминает мне эту историю, как баба сбила пост ДПС с ментами, повернув налево через три ряда. Потому что ей навигатор сказал. Потихоньку уже, кстати, получается водить без аварий и прочего дерьма. То, чего я на той же приставке никогда добиться не мог. Кстати, ребят, кто сейчас смотрит оба стрима, что там Кекс делает? Расскажите мне, пожалуйста. Он уже в онлайне или все проходит сингл? Что там? Что там, пацаны? Что там? Что там? Что там? Что там? Как обстановка? Считаете ли вы, что уже пора онлайн запускать? Или еще попроходить? Вы уже определились, хотите вы эту игру или нет? Я же ради вас, ребят. Даже в кино зашел, показал все. Может быть, еще на пляж сгонять? Че вам? Че вам? Давайте по заказам. Могу все что угодно. Я как человек, который все делает для своих подписчиков. Как вебкам-модель. Кстати, Дарья Зарьковская поддержала мой пост про тверкинг. Тем временем уже 8 тысяч, да, ребят. Взят очередной рубеж. Конечно, на канале были рекорды побольше, но 8 тысяч... При том, что еще неделю назад, когда мы начинали этот стримерский месяц, было по... 1000 человек, потом 4000, сейчас уже 8, и 70 тысяч фолловеров, это реально круто. Какого Хасана, идите в анал, блин. Кекс в онлайне, покажи онлайн. Сними шлюху, гоу стрип-клуб. Стрип-клуба с ночью? В гольф? Шлюха или онлайн? Спасибо за подписку, Давидка23. Давайте реально стрип-клуб. Только, мне кажется, стрип-клубы с ночи работают, но тем не менее. Давайте посмотрим стрип-клуб, а потом в онлайн пойду. Фу, что-то меня рыгать от расперло, от этих синтуков сильнее, чем от пиваса. Так, стрип-клуб. Он один, что ли? Не, он довольно далек от пляжа. Мне всегда нравилось... вот эта пляжная тема. Я бы еще и в теннис, может быть, поиграл бы, показал вам все это, но народ уже хочет онлайн, и сейчас я быстренько сгоняю тогда в стрип-клуб. Я, правда, уверен, что он ночью открывается, поэтому сейчас нас нахер пошлют. Ну, а сгонять всегда можно. Кстати, сколько сейчас времени? 17:43. Ну, в принципе, вечер уже наступает. Согласитесь, атмосферненько. Достал телефончик, посмотрел, сколько времени прокатить. Блять! Мадам! Виновата она. Повторы есть, я все записывал.
если смотреть видеорегистратор, то все будет очевидно. Она на красный выехала на светофор. Это не я. Сделал... Кекс сделал Бронсона в онлайне. Чего? Он знает, кто такой Бронсон? Удивительно. Тяночки. Блядь, что ж ты... Какого хрена она... Друг, это твоя дочь или что? Ну, хорошо. Я просто не понимаю, какого, мать его, хрена она начала переходить дорогу и вроде как пошла дальше, и тут остановилась, вдруг, когда я газанул. Ну, блин. Твою мать. Пиздец. Давайте, парни, откачайте ее. Она еще слишком молода, чтобы уметь. Поехали, поехали отсюда. Стриптиз-клуб. Стриптиз-клуб, ребят. Стриптиз-клуб. Ты был мне как сын, работник месяца. Что для тебя пустой звук? Ну все, это конец. Прости, армянин. Прости, армянин. Прости. У меня теперь новый папа. Майкл теперь мой папа. Я теперь Михаилович. Опять разведчик просрали. Валиваю. Батька умеет, магиот. Да, конечно, навигатор в нынешних играх это просто жесть. Давайте на ручнике попробуем. Оп! Стоп! Хочу прыжок совершить пиздатый. Ща-ща, ребят. Все равно до открытия стриптиз-клуба еще время есть, так что давайте это... Шоу покажем. Можно было, кстати, мотоцикл взять, но да ладно. Да, сильно я не разогнался, но все равно, наверное, вылетим. Используйте, чтобы контролировать трансферное средство. Ну, наверное, справлюсь. Прям как Николас Кейдж в фильме «Угнать за 60 секунд». Ну вот и все. Прыжок не выполнен. Ну ладно, мне понравилось, мне понравилось. Так и было задумано, так и было задумано. Я не знаю, что они там пишут про прыжок не выполнен, но я хотел вылететь боком, врезаться в грузовик, который меня притормозит и поехать дальше. Записывайтесь на мои курсы экстремального вождения. Называется «Долбоёб за рулем». Все, почти доехали до стриптиз-клуба. Как раз вечереет, шлюхи уже подтянулись на работу, я так думаю. Сейчас надо красиво подъехать, а то типа тупо будет. Надо показать, что ты клиент, которого нужно уважать. На красивой машине и все такое. Да отойди ты! Привет! Чё, ребят? Заведение открыто? Приват, клуб Members Only. Я мембер? Никто ничего мне не говорит? Вау. Смотрите, какая рыжулька. Ванилла. Давайте купим немножечко выпивки. Вот такой сосочки. Каково играть в новую GTA? 10 из 10. Ощущения на кончиках пальцев. Сам что ли не видишь? Я только Sleeping Dogs прошел. Все еще путаю движение по правой стороне. Стрип уже открыт. Он всегда работает. Окей. Я думал, что к ночи почему-то. Гламорус, гламорус. Гламорус, гламорус. Гламорус. Гламурус. Воу. Лук. Хорошо, простите. Я просто думал, что это девушка, но мы как будто бы в Таиланде.
Ты нет, 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 сори. Я тебя тем более лапнул уже за верблюжью лапку, так что. Бля, так хочется в ебальник дать. А, Иссион, спасибо большое. Специально для тебя. Фу, какое мерзкое тело. Специально для тебя я сниму сейчас стриптизершу. Но явно не эту, но это просто мразь какая-то. Блин. Не хотел бы я в этом стрип-клубе работать на месте телок, честно говоря, по-моему, это как-то. Е, чтобы рассмотреться и наклониться, рассмотреть все получше. Она похожа на мою, знаете, на мою одноклассницу, которая с гробиком вместо портфеля ходила, такую готичную. Мне кажется, это она вот как раз в нынешнем своем виде. So да. Бросить купюр, бросить много денег. Давайте много денег. С этой я бы, конечно, потусил бы. Давай, еще 6 баксов. Да. Ух ты. Кажется, я видел больше, чем хотел. Так, вот брюнеточка. Я просто блондинок вообще не люблю, ребят. Не знаю почему. У меня как бы только рыжие брюнетки. Ну хотя... Все-таки главное лицо, правда? Ой, фу, блядь, еще и в татухах как будто с зоны откинулась. Стоп. А, вот ты. Да, я хочу в комнату. Хорошо. Хорошо. Твои попки не отвести глаз? Ага, черт, мать твою. Это самое, ребят, стоп. Я не знал. Я в первый раз в стриптиз-клубе. Хасан, Анал, кто там, админы Твича, я не знал. Сириусли, я в первый раз играю в стриптиз-клубе в этой игре. Зашел, точнее. Сейчас, короче, я не знаю, Ванамас будет ли делать смотр на полигоны, но сейчас, короче, тут 4 полигона на сиську. Это просто жесть. Сменить ракурс. Извините, я не могу это держать. На стриме. А как денег ей закинуть? Вау. Ребят, извините, что мне пришлось выключить это действительно. Ох, черт, что она творит. Ай-яй. А так можно? Это вообще законно? Это уже не стриптиз. Ну-ка, шлепнем ее по попочке. А, черт, нельзя. Ладно, все, короче. Спасибо, Ники. Сори, ребят, ну, блин, это вообще жесть. Это перебор. Игра для взрослых, прямо скажем. То, что тут происходило, останется между нами, ребят. Мэтт, спасибо мне, Блонди. Извини, Ишан, этот танец был для тебя, ты его не увидел, но... Блонди не Блонди, но это просто жесть. Я могу просто вот на шесте показать ту Блонди, которая танцует. Это Блонди танцует для тебя, вот это в татухах. Такая спортивная, в шортиках, в гольфиках, с целлюлитом на попке. Боже. Ты дрочил на стриптиз, а мы на Усачева. Да, кстати, это, наверное, было странно, мои комментарии с фотографией Усачева. Нифига себе. Вот бы оренбургские школьницы такое мутили, это вообще жесть. Ники, спасибо, ты была потрясающая. Все, пока. Не, ты его даже говоришь еле-еле, ты явно под крокодилом. Жалко, что наши стриптиз-клубы по сравнению с этим просто говно-говна. Не шучу. Еще одну прокси-пейдж заставили просто сидеть на входе. Спасибо, мужик, у вас действительно неплохо. Может попробовать спасти Ники оттуда, знаете, типа с пушкой ворваться, как брат 2. Ой, машинку припарковали, норм. Фух, так. Бля, что-то еще есть клевого. Карта, давайте.
кинотеатр, чуваки и прочие чудаки, Франклин, гараж на Гроув-стрит, аэробатика, амунация, парикмахерская. Не, я не знаю, я типа посмотрел, наверное, большую часть того, что интересовало людей, но проходить, я не знаю, имеет ли смысл. Че, давайте, наверное, мультиплеерчик. Сейчас, секундочку, отойду буквально на секунду. Не знаю, где Ксюха, создаст ли она мне персонажа, простит ли она мне маленькую Тришку с мисс Кукис и все такое. Пришлось, в общем, ребят, многое обещать, чтобы меня простили, но я прощен, я прощен. Так, сеть, перенос персонажа, выбрать персонаж, выбрать одного из персонажей, каждый из которых обладает уникальным обликом, выбор. Не ешь водоросли из большого пакета, они ужасно вкусные. Что-то случилось с ними, испортились? Нет, они с ужасным вкусом рыбы каким-то. Сейчас, ребят, я попробую понять, как... У меня просто вчерашний персонаж этот уродливый, мне надо как-то удалить его и создать нового или типа того. Еще какая-то Тян откуда-то. Кто это такая, я вообще не знаю. А, новый персонаж, все, я понял. Так, давайте, наверное, удалим вот этого урода навсегда, к сожалению. Обидно, у него номер 4000, то есть это был... один из первых 5000 созданных на ПК персонажей, но мне этот урод не нужен. Сори. Сейчас я Ксюшку посажу, да? Тебе не холодно? Нет, вообще не холодно. Я наоборот потею постоянно. Все-таки стримы делать такое. Кейк играет тоже, может скооперироваться. Сейчас мы созвонимся. А если, кстати, будут падать потом стримы или еще что-то, то, скорее всего, это из-за... Дудоса, так что там уже, наверное, не получится перезапустить, но посмотрим. Надеюсь, что все будет хорошо. Во всяком случае, я очень прошу людей вести себя нормально. Присаживайся. У Ксюхи просто всегда получается очень похоже. Правда, тут редактор, конечно, супер убогий, но посмотрим. Да, интер. Тут надо выбрать типа отца и с мать, и на них и будет похож персонаж. И можно выбрать, на кого больше похож, на отца или на мать. То есть заготовка лица у него будет именно отсюда. Ну и, соответственно, раса и все такое тоже. Просто ребята очень просили, чтобы похожий был на меня, особенно вчера, когда я создал какого-то прыщавого урода. Говорили, на Зуева похож. Кстати, моя женщина считает меня толстым и некрасивым, так что вряд ли получится что-то сексуальное. Я бы хотел, чтобы моим папой был Джеки Чан. По-моему, я это уже говорил, правда, но... Придется Хуаном обойтись. Так вот и творятся чудеса рождения нового героя. Если что, если кто вот только-только подключился, не я создаю, я сейчас просто рядом стою, чешу яйца. Смотрю, как все будет. Давайте, наверное, пока Ксюшка заработает, я поотвечаю на ваши вопросы. Илья, деньги за предзаказ не останутся. То есть я только что просрал миллион денег. Отлично. Значит, будет дом Кекса. Ничего не поделать. Может быть, это даже и хорошо. Я единственный нищеброд буду из всей нашей компании. А, деньги останутся, они на банковском счету. Да, я не снимал, если что, ничего страшного.
Да даже если пропадут, ничего. Я переживу, честно. А говорил, что глаза широкие. Но я не знаю, Ксюша видит меня другим. Ребят, мы в зеркале все всегда выглядим наиболее сексуально. Кстати, почему-то, когда мы начали в онлайн играть, почти 2000 человек ушло. Может быть, снова вернуться, сингл проходить, я не знаю. Ветеран войны стоит брать или пираточка сойдет? Я не знаю. Если только сингл тебя интересует и просто потусоваться, то, конечно, сойдет пираточка. Сейчас посмотрим, как он, как выглядит онлайн. Особенно вместе с Кексом, там, с друзьями, потому что когда один играешь, ну, совсем кал. Что ты пообещал Ксюше? Да ничего. Ничего. Ты точно мужчину делаешь, кто-то спрашивает? Да. Когда будет саб-голосование? В 50, наверное, 8-й раз за сегодняшний день сообщаю, что завтра подходите в среду в районе от 8 до 10, как обычно, может быть в 8, может быть в 9, может быть в 10 запустится стрим. Мы немного побегаем в Алтис, долго я стримить не буду завтра. Может быть, если будете много спамить за Хасана, еще пройду пару квестов Хасана и будем голосовать все это время. Голосование закончится только в пятницу, то есть если кто завтра не придет, у него будет еще четверг, чтобы посмотреть, вот, проголосовать, и в пятницу в час дня я это голосование остановлю, а в пятницу уже в 8, 9 или 10 вечера будет сабдей, посвященный 70 тысяч подписчиков. Следующий сабдей, наверное, сделаем, когда будет 80, потому что 75 уже скоро, чё смеешься? Ну, пока, конечно, ничего общего. Но тут, на самом деле, создать персонажа, если у человека нет чего-то такого, каких-то усов, запоминающихся, бросающихся в глаза или еще что-то, тут трудно. Тут не такой редактор, как редакторы, в которых, типа, можно реально добиться сходства. Фармакология для пидоров, спрашивает ветеран войны. Любой бодибилдинг, качалка и так далее для пидоров. Знаете, основная проблема в чем? То, что люди постоянно вот мошнят в комментариях, что лучше бы в качалку сходил, или лучше бы спортом занялся, или еще что-то. Я этого вообще понять не могу, потому что большинство из тех, кто это пишет, какие-то вообще школьники, которые ни хрена спортом не занимаются, просто постят репосты каких-нибудь спасокукотских тесаков там и из пабликов «Реальный пацан», либо ходят в местную качалку, где ни хрена накачать не могут и так далее. Я за то, чтобы... Ну, тело, конечно, не должно быть жирным, бесформенным, здоровье должно быть. Спортом неплохо заниматься, но именно дрочить на качалку, на гантельки, на турнички, ну, ребят, достаточно, я не знаю, просто держать себя более-менее в форме. Я не держу, да, но вот сейчас постараюсь более-менее заняться своим здоровьем. Спортом я в свое время занимался и достаточно много, и достаточно долго, просто потом забил из-за травмы. А когда человека вся жизнь повернута только на том, что надо подкачаться, надо подкачаться, он выглядит как конченый еблан в глазах окружающих. Причем я видел огромную пасту, где парень рассказывает, каково это быть повихнутым на качалке, когда там все друзья от тебя отворачиваются, считают долбанутым и так далее. Но так оно и есть на самом деле. Это ты не в глазах других, это ты действительно такой, просто ты зависимость от вредных привычек заменяешь якобы полезной, но еще не факт, полезна она или нет настолько для здоровья, потому что многие качки от сердечной недостаточности помирают и так далее. И особенно меня смешат пары, когда, знаете, фитнес-тёлка и фитнес-мужик вместе, ну это вообще пиздец. Они вообще делают только то, что... что пердят постоянно, потому что все качки пердят из-за того, что едят всякое дерьмо. И вот в доме такой семьи пахнет их пердежом, и они его нюхают, потому что любят себя очень. Вот. Это все, что я могу сказать. Пока, как говорится, продолжается создаваться персонаж. Внешность Мэдисона хорошо получилась в ролике Хованского про рестлинг. Нет, там хорошо получилась внешность Ваномаса и Симонова. Мы не очень похожи были. Слушайте, я действительно похож. Нет, ну это начало и... А толщину не выбрать? Нет, он сам типа становится. Ну, я понимаю, что жирным должен быть. Но... Сделай меня, знаешь, симпатичным якобы, если уж... Если что. Ой, я... Вот тут...
Ну, если бы я был латиносом. Это же Мэтт Гитлер. Гитлер тоже пердел постоянно. Я думаю, да, он был вегетарианцем, так что. И как раз вопрос про вегетарианство. Если бы людям не нужна была мясо организму, потому что, ну, уже так очевидно, что от вегетарианства зубы там, например, выпадают. Я не хочу лишнее какое-то внимание уделять, там есть какие-то добавки пищевые, которые все это нивелируют, то я бы, может быть, и отказался только из принципа то, что животных жалко. Ну вот и все. Чтобы понт кинуть, нет, никогда. Или из-за вкусовых или диетических соображений, только из-за животных. Белорусские белорусский националист подписался. Господи. Кстати, самый смешной язык все-таки белорусский. Ни в какое сравнение даже с украинским не идет. Все эти уау на конце. Это так смешно, ребят. Но Белоруссия прекрасная страна. И у нас в России... Вот белорусы нас что-то перестали любить. У нас все белорусское. И вообще белорусов очень любят. Ценят, уважают. И я даже больше скажу, если бы Лукашенко, которого так ненавидят в Беларуси, избирался бы у нас, мы бы голосовали за него всем селом. Ну, в принципе, Беларуси, наверное, так же делают. Привет, привет, Серж Мазафака, привет. В общем, вегетарианство, конечно, это личное дело каждого, но каждый раз, когда человек вот выбирает что-то подобное, вегетарианство или еще что-то, он начинает постоянно мошнить, что это самый правильный выбор, всем начинает на уши садиться, то есть качок, он не может просто ходить себе в качалку и молчать, он, блядь, всех начнет доебывать тем, что все должны ходить в качалку, то же самое с вегетарианцами, то же самое со всеми, с гомосексуалистами, именно поэтому есть запрет на распространение именно на пиар-гомиков, а не на сам гомосексуализм в нашей стране, хотя люди иногда думают по-другому. Я бы вообще запретил людям прививать все, что угодно, и агитировать за все, что угодно. Качалки, вегетарианство и все остальное. Че ты смеешься? Хипстер и хипстер. Белорусы адекватнее хохлов. Не знаю, я не националист, не делю людей на нации, поэтому... Как по мне, так все адекватные, кроме португальцев. Португальцы ебанутые. Все. Твоя любимая часть Resident Evil? Нет любимой части, я не люблю Resident Evil, к сожалению. Поэтому ничего не могу сказать. Другое дело пивной алкоголизм. Сам нажираешься, но других же не агитируешь. Но если ты думаешь, что типа ролики про пиво агитируют бухать пиво, то ты сильно ошибаешься. Я много раз говорил, что... личные предпочтения — это выбор каждого. Если кто-то посмотрит, станет пивным алкоголиком, ну, блин, мне очень жаль, но я вовсе не это пытался донести. Просто, будучи любителем пива, хотя сам я его не так много пью и много раз про это говорил, и всегда писал и в описании, и говорил в самих видео, что для здоровья это вредно. Так что, все-таки... Я считаю, что виноват всегда не дилер, а наркоман, который пошел на этот шаг. То же самое с пивом и со всем остальным. Взрослые люди должны сами нести ответственность. И уж если на то пошло, виноват родители всегда, прежде всего, которые смотрят на ребенка, они не смотрят, что он смотрит. Спасибо большое, Ксюша. Это не так, только что подписался. Нет, это так. Все, что я говорил, это так. Секунду, у меня провода немного запутались. Ну что ж, в этом редакторе, типа, я думаю, это максимальное, что можно было добиться. Спасибо большое, Ксюхе. Осталось только скиллы немного перераспределить. Мне нафиг не нужен полет и объем легких. Мне лучше скрытность, выносливость, вождение. Стрельба больше не увеличивается. Думаю, вот этот персонаж моей мечты. Так, вернуться в меню. Одежда, конечно, я вроде... Мне что-то хочется это... Костюмчик, короче, знаете ли. А то какой-то спорт, кал. Ну да ладно, сохраните, продолжите. Имя персонажа, максимум 12 символов. Назовем Мэдди.
чтобы было красиво. Мать чертовски умен, настоящий гриф. Фу, нет, не надо мне так подлизывать, это ужасно. Ты часто бываешь в разных районах Москвы, когда из дома выходишь? Я не очень часто выхожу из дома, но в последнее время я решил больше гулять. Что ж, злой, вонючий мексиканец. Вот кто я теперь. Сейчас все будет. В курсе и как относишься к тому, что в Беларуси ввели налог на тунеядство? Ужасно. Человек сам определяет, хочет он работать или нет. Это реально тупость. То есть, кто хочет, можете посмотреть ролик, по-моему, Линкин Симпсона про то, что я не хочу работать. И видно, что у парня, например, белый билет, хоть в России его и не дают, потому что нас максимально пытаются сгладить все углы всегда. Но, блин. Есть люди, которые просто не созданы для работы, которые созданы для отдыха, развлечений, приколюх всяких. Например, я и многие другие. Представьте меня где-нибудь на заводе, мне же будет скучно, я буду несчастлив. Зачем меня насильно заставлять что-то такое делать? Так что в этом плане Лукашенко максимум не прав. Так, мне надо выкинуть из друзей сейчас случайного человека, который мне вчера должен был помочь. Извини, дружище. Я знаю, что ты мой подписчик, но мы потом, возможно, будем снова набирать и уже там разберемся, кто полезен, кто нет. Я так ничего и не понял с вчерашнего дня, когда ты меня с толстухой избил. Мне было очень обидно, больно. И я даже написал, что игра говно, хотя я не до конца так считаю. Так. Сеть. Игроки. Я пока один в этой сессии, то есть я просто запустился и все. Ух, какая цыпочка. Нет, ужасная какая-то еще и трещит что-то. Все, ребят, сейчас будем связываться с Кексом. Посмотрите, ведет ли он еще стрим и как-нибудь маякните ему, потому что он тормозной жутко и постоянно забывает о наших договоренностях, не отвечает мне и так далее. Это ужасно. Потому что, ну, может быть, мы сегодня еще вернемся к синглу чуть попозже. Но сейчас хочется все-таки в мультиплеере немного посидеть. Банан за 13.37. 13.37 это всегда уровень интеллекта показывает добавление 13.37 в никнейм. Это значит, что человек соображает и сечет в этой жизни. Хотел посчитать свою вероятность встретить тебя у себя на районе. Блядь, что? Чем ты занимаешься, чувак? Зачем? Докачайся до 12, затем ограбление. Ну, я пока не знаю, мне нужно добавить. Алло. Да, здорово. Здорово. Как дела? Здорово. Голова так немного разболелась. От GTA или вообще? И вообще, и от GTA немного. Ну чего, я предлагаю нам добавить друг друга в Rockstar Social Club. Какой у тебя? Я тебе напишу в скайп. Я все равно это покажу на стриме, чувак. Да не важно, я просто, чтобы ты вопросы не задавал, а просто. Или свой тоже можно писать. Сейчас, секунду. Так, ну я так понял, Илья, тут очень долго, на самом деле, долгий процесс, вот, получения всех няшек, нужно, типа, левел зарабатывать, чтобы открывались новые, типа, ты по предзаказу брал игру, у тебя, по типа, есть? По предзаказу, да, у меня лян, да. Ну я даже не знаю. Я даже не знаю, есть ли у меня лям, потому что. У меня есть, если что, поделюсь. Блять, опять это говно. Глючит. Короче, сейчас, секунду. Тут дело в том, что ты даже оружие нормально купить не можешь, потому что у тебя левела нету. Вот, я понял. Ну, вдвоем, мне кажется, это интереснее будет делать, даже если мы просто какой-то дес-матч будем мутить. Ага. И все такое. И экспы гораздо больше вдвоем. Ща я попробую тебя найти, погоди. Давай, я пока тут стреляю. Слушай, таких как ты уже много. Да? Школьники-то пытаются мимикрировать под тебя. Ну все, заходи. В смысле, да. Я кинул, я Тумадейра, если что, с Максом Пейном на аватаре. Друзья. Первым Максом Пейном, черно-белым таким. Факера позовете, не знаю, он не выходит на связь, если бы он хотел, он позвонил, я думаю, написал нам. Куда лиса исчезла? Мы все по ней переживаем, очень скучаем. Я тебя вроде добавил. Ага, ща посмотрим. Я к тебе тогда законнекчу сейчас на сервак.
Да, давай, я вообще... Блять, чувак. А. Че это за хуета? Где? Ладно. Где-где-где? Че я сделал? Да не, все нормально, но... Ты уверен в своем выборе персонажа? Ты точно не будешь потом переделывать? А, ты об этом? Ну да, все-таки старый дед трансвестит с усами актера 20-х годов немого кино, это... Ну слушай, ну зато я ношу костюмы всегда. И довольно достойно выгляжу. Кстати, намного быстрее на компе переходишь с одного сервака на другой. От одной, ну, в общем, подгрузка происходит быстрее. На плойке вообще по 3 минуты сидишь, тупишь. Так, а как мне твое лицо увидеть? Так, я как раз завершил раунд. Ну, я уже в друзьях, ты можешь в друзьях посмотреть, но у меня просто нормальное лицо. Я как в жизни попытался. Ну, там Ксюха делала, но здесь трудно. До этого у меня был какой-то уебок в прыщах весь, короче, уродливый пиздец. Я тоже думал потом серьезно сделать, но, блин. Я просто пытался сделать урода, а у меня красавчик получился. Красавчик, да. Я, кстати, тоже подумал об обществе белой перчатки, потому что я как раз сейчас прохожу, типа, это. Да. Вчера прохожу. Если что тебе подсказать. И мне как раз белые перчатки, белый костюм, только маски не хватает. Зачем гопника удалил? Я вчера дико проиграл свою рожу. Ну, хотелось посерьезнее. Вчера люди пригорали. Так, вчера люди пригорали. А, ты в миссии был, поэтому меня в миссии закинуло, блин. Я что-то думаю, что мне Джобсы на выбор дали. Сейчас я не знаю, куда меня выбьет. Выйди просто на улицу и никуда сейчас не заходи. Сейчас выйду. Мисс Кукис, огромнейшее спасибо за то, что подписался. Осторожнее, если у тебя есть женщина, то Настя ДД, например, начнет ревновать. Ну, типа, мисс Кукис. Мисс Кукис. Мисс Кукис. Спасибо в любом случае за подписку. Она ходит и ищет. Лиза, Василиса вернулась. Блин, мы скучали, Лиза, не знаю, что с тобой случилось. Но я рад, что ты пришла снова, подписалась. И я, если ты напишешь что-нибудь в чат, только, пожалуйста, с черным ником моим. Я дам тебе админку на моем канале, чтобы ты модерировала. Как и всех модераторов, еще раз, если вы баните человека, то, во-первых, копируете его сообщение последнее, за которое забанили, и буквально пару слов мне в личку на Твиче, почему забанили, чтобы я знал, что так, произошло. И все, по-прежнему я... Санчес может только тайм-ауты давать. Я вышел, я, короче, жду тебя в машине своей. Сейчас я тебя погромче немного сделаю, или нормально, как слышать? Скажите мне, нормально или надо погромче сделать? Да, я пока молочка отойду, налью. Толчка? Молочка. Молочка. Сейчас я посмотрю, на этом-то сервере или нет. Игроки. Сори, нам надо привыкать, мы не так часто играем. То есть это первый день, когда мы играем вообще в эту игру, поэтому... Так, я почему-то не вижу тут кейк дестройера. Little Pony, спасибо большое за подписку. Я попробую еще раз присоединиться, сейчас посмотрим. Давай, давай, давай. Блин, я пока молоко наливал, я выяснил, что у меня руки трясутся почему-то. С чего бы это? Сейчас, секундочку. Может, ты слушай, алкоголик? Ну. Не знаю, может быть. Может, это от моего персонажа меня знобит. Может быть, я бы не стал таких симпатичных. Я в машине, короче, сижу, жду тебя ночью тут, знаешь. Чё? Вот тут какая-то женщина, подожди. Я. Сейчас разберусь. Сейчас, секундочку, я со звуком. А тут... Ты не знаешь, что тела можно тащить куда-нибудь? Нет. Но я, во всяком случае, не видел. Может быть, в ограблениях там дальше. Но нам нужно... Нам нужен 12-й левел, и у меня такая... большой дом, у меня такое чувство, что я свой миллион типа прохерил, создав нового персонажа. Я сейчас, не знаю, в банк зайду там или куда и проверим. Ты через контакты можешь посмотреть, где находится кейк. Я знаю, как это сделать сейчас, ребят. Давай, я вообще... Я просто на сервере что-то не нашел его на этом в списке игроков. Пусть он будет. Да, Санчес. Ну, если банишь, если совсем какой-то пиздец. Если другие модераторы не справляются. А, в этой сессии максимальное количество игроков. Хотите ли занять очередь? Так давай я к тебе зайду. Да, давай, давай. Как это сделать? Сейчас, погоди. Сейчас меня кинет на сервак, а ты просто через друзей нажмешь присоединиться к игре. Пригласить в игру. Я могу пригласить, пока присоединиться не могу. Ну да, ты не можешь, потому что я сейчас ни в какой игре. Давай, я жду. Создайте банду, и вы всегда в одной сессии будете. Сейчас придумаем что-нибудь, ребят. Это только начало.
Кстати, мы близимся к 10 тысячам, то есть пока сингл играл, было 9, потом отошли люди, сейчас снова врываются. Кстати, мне написали, что если что, я потом смогу сделать пластическую операцию, Илья, поэтому это не проблема. Да, привет, Илья, пишет Little Pony, я твой большой фан, спасибо тебе за Best Humor. Пельмени с КВНом отдыхают, какое странное сравнение. Чак Норрис, спасибо за подписку, был твоим фанатом все свое детство, огромное спасибо. Little Pony, еще раз спасибо тебе. С пельменями у меня ассоциируется только то, что меня один раз не пустили на стадион. На матч Торпедо Динамо, потому что менты нашли у меня в карманах джинсов пельмени. Но я не хочу ничего объяснять. Ничего. И я и не мог ничего объяснить, собственно, в той ситуации. Можешь уже коннектиться ко мне. Я вчера смотрел, там даже такие жесткие парни, как Лирик, тупили на этот момент. HardTMZ, спасибо за подписку. Ты классный, ты не пожалеешь, да, что подписался на мой канал. Не могу сказать, что я лучший именно стример, но мужчина я... точно самый лучший из тех, что есть в интернете. Может быть, так. Для тебя это и не важно, но... может быть... Я тут внезапно забыл, на какую кнопку подключаться. Слушай, тут 26 человек. Сервак 30 вмещает или 26? Не знаю. Так, Кейк Дестройер, мы на одном сервере. Да? Да. Так, я тебе даже написать это... могу, еще позвонить, например. СМС по на одном? Да. Алло, меня слыхать? Нет, ты сам с собой разговариваешь. Блин, жалко. Вовка тут тоже, это мой подписчик. Ну, короче, народ уже начал играть. Я тебе звоню. Ну, бля, трубку-то возьми. Я не слышу. Алло. Ты на сервере или чё? Да, я тебе смс-ку отправил. У меня нет сообщений. Может, это обман? Не тот Cake Destroyer? Да нет, ну ты-то у меня тоже есть. Но... опа, у меня что-то загрузка какая-то пошла. Алло, бля, возмытел. Ну это точно вот. Ты. Да-да-да. Ну отлично. Черт, мне какое-то дело. Ты опять зашел в синий круг? Не-не-не. Кукумбер. Что такое с этим словом кукумбер? Я вообще понять не могу. Мы были, кстати, близки к 10 тысячам, но потом люди ушли, 9700. Кстати, у этого ферба, которого ты видел около белой печатки, можно было взять квест на убийство сына отца. Да, я знаю. Ты все еще стараешься уделять каждому новому подписчику 20 секунд? Так и есть. Только вот Кукукумбер не заслужил этого, не знаю почему. Так, а как... Escape нажми, когда ты в дело зашел и выходи. Не-не-не, я тут у машины стою давно. Я пытаюсь деньги в банк положить, которые я сделал, выиграл. Все, я сейчас приеду к тебе, чувак. Давай. Меня подписчики научили, сейчас машину только получше найду. Блять! Ну что за говно? Ты заметил, что люди тут плохо водят? Ну то есть, да. Вот и компьютер. Тихо. Вот этот парень был хорош, поэтому я ему оставлю его машину. Давай, я тебя жду тут. Ну я хочу что-нибудь такое, чтобы ты такое сказал, Илья, это классная тачка, вот, например, машина из назад в будущее. Все, я поехал. Ща, погоди еще секунду, я, может быть, даже получше смогу сделать. Слушай, мне какой-то нет. Дядя звонит, и я почему-то не могу противиться этому. Ну, не хочет, знаю. Чтобы я машину модифицировал. Я понимаю, это обязательное задание, чтобы чего-то там началось. Но так как мы уже в друзья добавились, и типа банды, я не знаю. Я не знаю, как создавать банды, надо, короче, сообразить. Рили. Подъезжай, короче, ко мне, разберемся. Потом в магазин надо еще заехать, новые шмотки купить, чтобы выглядеть как свагалиша снова, типа, да, понимаешь? Да. Мне кажется, я достойно одет. Сейчас ты увидишь. Это ты видел, наверное? Я приехал. Сейчас, я тут с дядей говорю, я, видимо, в трансе, если ты меня видишь. Ты чё? Чё психуешь-то? Ты че мою тачку таранишь, эй, блядь? Да на моей поедем, чё тебе говно какое-то из 60-го года, блин. А у тебя реальность назад в будущее. Поехали. Она, а у нее дверь открывается также в разные стороны? Запрыгивай сверху для сексуальности, все. Смотри, надо... я буду... А, нет, стоп, не так. Надо бы Джонни Бегут поставить, сейчас, чтобы, знаешь, секунду, вообще... Секунду. А можно как-то выкинуть оружие? Подскажи, это очень важно. Нет. А что? Я просто хотел выкинуть, а показывать свой фирменный жест в машине. Теперь так, тебе надо тачку перекрасить или что там?
Модифицировать. Сейчас, давай секунду. По твоим квестам, например. Тебе это комфортно ехать? Да я уже все эти квесты сделал. Давай, короче, я тебя отвезу куда надо, а ты заедешь на тачку, на этой тачке в салон и сделаешь ее матовой, чтобы мне было приятно. Давай, поехали. Сейчас, погоди, я найду. Ребята, а как выбрать, чтобы я жест показывал машину? Или это не тот гараж? Сейчас, секунду. Ты пока можешь там потупить, я пока разберусь. Да, я туплю. Ну, я туплю сейчас. А вот он. Братан, только сделай так, чтобы нас не раньше времени не это самое. Ага, понял. Блять, извини. Сейчас я сделаю. Я начинающий. Гони этого нигера. Все, я ему выстрелил. Все, нормально, нормально. Но он живой. Отлично, все. Так, у нас одна звезда, поэтому сейчас ничего не делай. Сейчас все, надо все, это. Хорошо. Оторваться и все такое, чтобы никаких проблем. Не-не-не-не-не, Кекс, не стреляй в знаки, мы не в Дагестане, прекрати. Я нечаянно нажал эту кнопку. Ты ничего, ты не нечаянно, стопудово, специально, давай, залезай. Прости. Давай. Хватит дурака валять, мне тоже нравится выпадать из машины, но ты должен... Я правда, я просто, я не понимаю. MLG Gaming. Фоллоути на F третье лицо же, правильно? Я, мне кажется, из-за этого путаю. Ну, видишь, я вот все делаю как нужно. Торможу об машину. Води аккуратненько, сейчас доедем. Сейчас я еще 12 пулей выстрелю, чтобы... Кекс, если ты не прекратишь стрелять, копы начнут еще больше за нами гнаться. Я пригнулся, Илья, меня не видят копы. Хорошо. Пригнись меня на колени лучше, чтобы наверняка, сейчас, понимаешь? Сейчас. Че ты сказал, сука? Ты видишь этот ствол у себя во рту? Я вижу твою смешную руку. Такое ощущение, что ты все свои... 20 лет разминал ее эластичность, это все, что я могу сказать. Мне 15 вообще. Блять, чувак, я постоянно отвлекаюсь на карту, из-за этого полная хуйня получается. Да, кстати, карту я вообще заметил, это очень сложно. Все, Илья, вот теперь смотри. Элфо, спасибо за подписку. Теперь готов ехать. Да, хорош. Красавчик. Я бы еще от первого лица показал, но мне совсем неудобно водить от первого лица. Я показываю копам. Сейчас, блядь, давай. Ага, красавчик. Мне теперь давай. Да, Илюха, конечно, ага. Тебе без очереди. Копом назад показываю роль. Все, уходим. До скольки там надо было разогнаться, чтобы в прошлое переместиться? Чувак, стреляй вот сейчас. Ты только фак можешь показать. Только фак остался. Нормально. Ты их отвлек, они типа такие. Музыка, кстати, отличная. я выключил. Мне воды жалко, но... Слушай, а ты смотрел Кристину и бега, там мистер Бин вот? Да, я помню. Мне больше, правда, нравилось с этой, с нацистской машиной, ты помнишь, как они? В музей Барбье приехали. Барбье, надо же такое дерьмо придумать. Слушай, мы почти доехали, а копы все еще у нас на... Ты тоже видишь путь, который я провожу? У нас все общее сейчас будет. Тебе надо просто сесть, наверное, будет... MLG. Да. Тебе надо будет сесть, короче, видимо, за руль и самому заехать. Не, ты сможешь, если у тебя написано, я думаю, сможешь. Подъезжай, во-во-во, поехали. Все, оторвались? Я разберусь, брат. Давай, за руль и попробуй активировать это дерьмо как-то. Приходите без полиции, мать твою. Надо было оторваться сначала, чувак. Я не могу не достать. Садись оружие. В машину, нам надо. Почему давай, мы ходим как два, блять, старых деда? Братан, я обхожу. Я умру сейчас. Давай. Садись, не стесняйся. Все. Я не знаю, он почему-то очень тупил в этом заведении. Меня так раздраконило. Но я где-нибудь рядом отресплюсь. Вообще лучше. Лучше давай, короче, встретимся. Да, вместе. Я уже помер. Да, я понял уже. Так, а как тебя найти теперь? Я у тебя мигаю на карте, я сейчас придумаю. Всегда рядом после смерти. Короче, неудачно это респанулся далеко от дороги, так что мне сейчас машину надо будет еще. На глазах у копов не бери... ну понятно, ты взял коповскую машину. Ты, блядь, не... С ней ты не сделаешь этот квест, мужик. Я хотел покурить. Бля, меня в тюрьму, что ли, посадили? Чё за говно? Так, все, ладно, я бегу. Пробей мне как-нибудь это... Путь отсюда. Сейчас. Разгонись и врежься в эти хреновины, что ли, я не знаю. Сейчас разгонюсь. Джеки Чан! Блять. Тихо, тут копов много. Не палимся. Кекс, пробей это заграждение с разгону или типа того. Ты сможешь? Да, я смогу. Давай. Сейчас. Давай, братан.
Копы ничего не... А чё они тут вообще встали? Да не знаю, да им насрать, на заграждение насрать, в них не влупись, главное. Хорош, братан, хорош. Теперь, короче, едь на эту покраску, которая тут рядом, и перекрась машину, и тебя засчитает квест. А, это же Мэтт, еду купите, лечиться ей можно. Потом, потом. Потом еды. Кстати, да. Магазин я уже научился грабить. Ага, ага. Так, только я что-то метки не вижу. Стоп, сейчас я ее поставлю, погоди. Не едь никуда, а то сейчас уедем в какую-нибудь жопу. Лос-Сантос Кастом. Вот ближайшая там. И опять за нами менты. Постарайся оторваться, не стреляться, не чать. Просто уехать, ну, чтобы звезда скинулась. Ну окей, просто уедь, короче. Ща, изи. А мы сейчас где-нибудь встанем и пригнемся. Я владею такой техникой. На какую кнопку тут загибаться? На X. Ты можешь уже, кстати. Ну, тут три мента, типа, впереди нужно съехать. Сейчас где-нибудь оторвемся и под мостом с тобой пригнем. Тогда не будет вообще на карте ментов так. Блять, это две звезды. Блин, ну... Ладно, ладно, все нормально будет. Вон туда, да-да-да, вот эту жопу заезжай, там темно и... Хорош, хорош. Немного. Нормально. Опа! Так и хотел, Илья. Так, я понимаю, но проблема... Нету метро нигде? Тихо-тихо-тихо. Давай вот туда заедем, в этот, в тоннель, и там пригнемся, да. Я уже пригнулся, кажись, нет еще. Да, все. Я как будто глазки закрыл, типа я не вижу. Я ничего не вижу. Все, давай. Стоим, ждем. Тони Ромна Старк. Тони Айрон Мэн Старк 23. Спасибо. Я прям чувствую фанат, что ты фанат Бэтмена. Давай это русская рулетка. Какой поезд первый проедет? Если по нашим путям, то посмотрим, что будет. Давай. Вообще я уже катался, он как будто просто ведет тебя. Да, но тогда можно съебать. Смотри, менты нас ищут, но походу сейчас они это... Все. Да, все, погнали. Мастерскую. Что, ну, а надо мне... на дорогу да, выехать. Знаешь? Метка стоит просто, мы не на дороге. Я давай, понимаю, вот я вижу, тут поворот направо был. Ну че ты? Тут разве был поворот направо? Да, вон там был, но сзади. Да? Вон, вон. Вот. Давай. Да что ты творишь, да я сяду? Да сейчас, сейчас, подожди. Ну вот, изи же. Хорош, поехали. Че там Факер, кстати, не выходил на связь? Блять, ну... Не, Кекс, ты в какую-то жопу опять заехал. Ау, нифига. Ты че? Ты как это, знаешь, я все помню, вот эти игрушки, мини-скейты, которые руками надо катать двумя пальцами. Тимберборды. Ты как будто... Не машиной управляешь, а Тимберлендом, Тимберкейком, Тимбербордом. О, как-то. А что, тут заехать нельзя? Похоже, нет. Черт. Ветеранские какие-то ступени. Не для белых людей. А, ну, тут... ну да, вот же объезд. Развязка, короче, как в Сити, с хрен сообразишь. Я, кстати, тут, когда с высоты птичьего полета... Видишь, Мэтт, тебе весело. Да, конечно, когда вместе играешь, в любую игру весело играть, кроме Fear 3. Fear 3 это ужас. Да, говно. Ну не ужас, в смысле, что это ужас. Нет, по идее. Ну, по идее, если раскачаться, то типа нормально будет, я думаю. Ну, тяжеловато там после первого часа, мне кажется. Сначала весело, а потом уже. Типа того. А у тебя какой знак? На правую кнопку нажми сейчас. А, у тебя пистолет есть. Я понял. Не обязательно было бить стекло. Я не знаю, кстати, не выбирал знак. Ксюха создавала персонажи. Поэтому я вообще понятия не имею. Но я теперь тоже скучаю по своему прыщавому ёбку. Два таких клоуна, это было бы лучше. А так получается, что у меня серьезная недовольная рожа, а со мной какой-то, блин, Дэвид Боуи ёбнутый на голову. Когда смайлы будут? Сегодня будут заказывать, не знаю, как нарисуют. Ребят, надо ждать. Ну, типа, вы хотите хорошие смайлы, хороший канал, или вы хотите говна смайлы, где просто рожа Озона, там, и ваномасса вырезана, которые вы даже не использовали. То есть, там настолько плохие смайлы были, что вы даже не юзали. Вот. Подпишитесь пока на Кекса, и у него есть смайлы, которые можно использовать и на этом канале тоже. Кстати, привет всем подписчикам Кекса. Так.
Сейчас быстро сделаю квест. Я так надеюсь, тебе он тоже зачтется. Тогда мы много экспы получим. У меня уже он сделан. Кекс, тебя не продвижу, что у него скилл вождения скручен на ноль. Не знаю. Ну, вообще-то да, но у меня вроде получается. Ну, мы на какой-то Ладе Калине приехали сюда, к сожалению. Поэтому ты особо ее не улучшай, сделай то, что тебя просит застрахуй, там, покрась ее. Я вроде это делал уже, я не знаю, что мне еще сюда. Сейчас ты лезгинку на бибикулку ставишь, чувак. Это вообще не обязательно. У нас 10 тысяч, спасибо, ребят, 10 из 10, мало. Fuck. Так. Блин, слушай, как же влом улучшать это говно? Может быть, нормальную тачку... Слушай, Илья, вот мы серьезно, типа, сели играть. Может, нормальную тачку угоним? Все, начнем ее грейдить, типа, застрахуем. А мы сможем... Давай реально создадим банду и нормальный дом замутим. И... Давай, поехали, банда, короче, сначала да. Нормальную тачку. Нормальная банда начинается с нормальной тачки. Реально, ну, так, банда на такой Давай. Тачке, это просто... Я не знаю, если на нее приехать, это будет хуже, чем, помнишь, в убойной силе, когда они на Волге какой-то разваленной приехали, типа... Да, да, да. Это вообще говно. Давай, ехать... Давай выбирать. Медленно ехать и смотреть. Да, стоп. Давай начнем с мелких преступлений. Погоди, выходи, да, с кулаками, только не со стволом. Давай начнем с мелких преступлений. Все банды начинают с каких-то скинхедских выходок. Давай отпиздим таджиков. Вон там вот слева, слева стоят строители, этих не трогай. Да, типа давай, слава России, поебальнику, типа. Россия! Слава России! Россия для русских! Пошли нахуй! Отсюда, блядь, назад, в Ашхабад, блядь! Слышь, он хорошо идет. Все, нормально, все, поехали. Все, уходим. Ну мы типа показали, что мы Слушай, молодая. Мне нравится тебе. Молодая зарождающаяся банда. Мне кажется, что это для банды джип нормальный. Гринтваген написано. Не-не-не, такой у Кокорина, не хочу опускаться до уровня. Но он матовый, не-не-не-не-не, давай, выкидывай оттуда. Матовый, давай. Да, матовый. Меня я очень... займусь. Смотри, этот свагалишес цвет, сексуальный, красивый. Давай, залазим. Да, да, да. Он меня сейчас тоже вытолкнет. А, не, все нормально, нормально. Все, погнали. Не, этот парень вообще не забил, не запарился, он стоит. И аутирует, он, видимо, обдолбанный за рулем был, так что мы еще и людей спасли. Поехали. Как же громко, извините, ребята. Извините, ребят. Я буду потише себя вести. Фаны торпеды, да-да-да. Не только фаны, но и футболисты. Если вы погуглите Рикуданов, то поймете, о чем я говорю. Парень, кекс! Сейчас. Ты что там, книгу читать, что ли, сел? Гелик помяли нам. Машину переета. Или другую ищем. Да мне, в общем, нравится. Ну как-то, блять. Мы ее починим. Слышь? Чё, я думаю, да я рулю, молясь. Думаешь? Чё-то есть такое впечатление. Сейчас, я опять по своей... Нам надо оторваться, да. Я уже зажался в колени, смотрю. Мне кажется, где-то поезд едет. Да насрать, это всё вранье. Никакого поезда. Фу, чё-то в этот раз меня раскусили. Слышь, мы в тонком туннеле, и тут это как бы... Не лучшее, что может быть. Давай, парень, соберись. Классная прическа, кстати. Отвези меня потом к парикмахеру, я тоже хочу что-нибудь новое попробовать. Обязательно. Прически, все, с чего начинается банда. Бонни и Клайд прям, не-не-не-не-не. Мы, типа, Джонни Депп из фильма Джонни Диллинджер. Я, кстати, ты пропустил, я подстригся, когда у меня шапочка пропала. У меня шапочка была как у Джонни Деппа как раз-таки в фильме «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе. Так я, глядя на тебе, я посмотрел. Блин, нам надо было, знаешь, сейчас создать двух персонажей «Страха и ненависти», короче. Лысого в очках, типа. Хантера С. Томпсона и доктора Гонза. Было бы нормально. Я бы жирный кудрявый мексикос был. Так. Может, заново запустим, реально создадим по-быстрому. Не знаю. Ну, да ладно. Да не, забей. Ты все равно не знаешь, как выглядит Хантер С. Томпсон. Конечно. Я только знаю, как Джонни Депп выглядит. Да, да, да. Джонни и Депп, точняк. Ну, вообще прикольно было бы, конечно. Может быть, потом, ребят, сейчас надо просто... Слышь, ты долго будешь возить нас по каким-то, блин, трущобам? Сейчас, подожди. Я вот только уже хотел засесть, и они мне прям в лицо вы... Там уже были места... Тихо. Там уже были места, где, мне кажется, мы могли бы... Так, тут, походу, нас спалили. Я готов начать стрелять в случае чего, если ты мне скажешь. Не-не-не, нормально. Может, ты выбросишь меня по пути и... Я могу нас обоих выбросить сейчас. Давай, вот, давай с этой кучи прыгнем. Нормально будет, я думаю. О! И вот так это, вот так вот зародилась наша банда. Так, как дальше? Давай, говно не тонет, кекс. Матовый, но походу тут надо плыть.
My heart will go. Все, я ты умер? Как адвокат советую получить 12 уровень, чтобы банду создать наш в Social Club зайти. Давай попробуем. Ты умер? Или? Да. Но я стою тут где-то. Все, я тогда, наверное, это тоже пойду за тобой. Мои банды. Вступить в банду. Все типы, поиск по имени. А свою где создать, ребят? Пока не могу, наверное. 12 левел надо. На адвокат советовал. Ты еще жив? А, кекс вылетел, похоже, ребят. Да, обидно. Обидно получилось. Но, наверное, он скоро перезайдет, хотя я сомневаюсь, зная, какие проблемы, скорее всего. Людям не нравятся веселые стримы, им ближе бы нагадать. Да, ты вылетел или это дудос? Ну, что-то у меня все вырубилось, но вроде все врубилось. Ну хорошо, я жду тебя. У меня тоже сегодня, кстати. У тебя игра вылетала хоть раз? Нет, игра не вылетала. Я сейчас это могу как воинское счастье катить на КПП какую-то катушку непонятно. Да, быстро. Только я не понял, у меня походу из игры типа вылетело. Да, ты вышел с сервера, тебе надо будет сейчас. Так, это Мадера, присоединиться. Сейчас захожу. Сейчас я заодно новую машину найду, поставлю метку и мы поедем. Нормально. Ну ладно, я пока ее возьму, там дальше видно будет. С кофейком заранее заготовлен. Ты еще тут? Нет, все. Очевидно, что человеку уже не помочь, друзья. Ну, не дают постримить. TeamSpeak, к сожалению, тяжело завести. Очень. Потому что там сервера надо поднимать, но, блин, столько геморроя. Какой-то чувак, которому просто делать нечего. На наши игры в GTA даже нельзя поставить ставки. Зачем ты дудосишь? Зачем? Не знаю. Зачем он дудосит? Я не знаю. Ну зачем он? Я не знаю. Дудосеры, суки, твари. Ладно. Я вот только не пойму, мне сейчас грузится или нет? Посмотрим. Так, что я хотел-то? Карта. Просто у Кекса еще не сделано, видимо, начальное там эти задания. Покрасить тачку. Первое ограбление совершить. Сейчас мы вместе это все сделаем. Не, я вроде это сделал, как бы, но мне сейчас теперь тоже что-то второй левел там с тачкой, видимо, поделать. Я и красил вроде как, и ограбил уже мужика одного. А ты это делался? Да, ну я типа вообще все что угодно могу делать. Типа на задания какие-то ездить. Джоб-лист, говорят, может быть. У меня первый, но я как бы, мне начальные задания больше не давало, я не знаю почему, видимо, потому что я вчера прошел за другого персонажа. Понял. Так, сейчас я перезайду, походу. У меня что-то загрузка бесконечная началась. Вообще попробую задания понять, как они работают и так далее. Давай. Список дел. Нет дел, к которым можно присоединиться. Сам пидор. 19 долларов от Тони Iron Man Stark. Спасибо большое, новый подписчик. Спасибо, Мэтт, ты супер классное шоу. Пивное шоу зашло норм. Спасибо тебе большое за поддержку, братан. Приятно каждый раз читать такие сообщения. И денежки мне тоже не помешают. Поверь, я их потрачу на нужные вещи. Panda Asian, гонка по суше. Приглашение. Вот сейчас есть. Ну, какой-то чувак приглашает в гонки, но это вообще нихуя не интересно. Гонки не забей. Все, я захожу в онлайн опять. Джек Водогрей, спасибо огромнейшее за то, что подписываешься 3 месяца подряд. Да. Спасибо большое, тебе очень. Ща я попробую тогда это, магазин какой-нибудь найти, грабанем его, за это тоже вроде дают. Экспу и деньжат. Угу. Я а ты как будешь его грабить? Ты как просто, просто пушку достаешь и стреляешь в бутылки рядом с ним. Можешь еще орать в микрофон, но это на плойке вроде, тут я не знаю. Ну ты можешь его убить еще и сам достать все из кассы, как бы, понимаешь? Ну, типа, я таким вещами не занимаюсь. Тем более я постоянно граблю одного и того же азиата, и мне важно, чтобы он жив был. Один и тот же магазин, только я не помню, где его найти. Что-то я потерялся, молясь. Вор у вора, дружище, меня ограбили. Стоп. Ляла же. Что? Еще одно задание? Меня еще одно задание какое-то приглашает, но нам надо все-таки встретиться, наверное. Да, сначала. Сейчас я. У меня уже. Похоже, я уже стою где-то здесь.
друзья. Я без музыки играю, ребят, чтобы вот не забанили. Наверное, я могу поставить, как бы, но... Хотя, ладно, чё вы, без Леди Гаги, что ли, не переживете 5 минут? Или нет, все-таки я включу. А воды банят или нет? Я думаю, да. Ну, блин, Леди Гага, блядь, Glamorous, Фержи. А как ты думаешь, ну, да, банят или нет? Двух мнений быть не может, но... Так, короче, нам сейчас надо найти тачку, выбрать тачку, сделать банду, поставить на нее эмблемку и начинать уже... Pet Shop Boys! Верните Pet Shop Boys. Блин, опять я промотал. Вот. Будем Pet Shop Boys слушать. Ну чё? Так, ну я загрузился, я на серваке вроде как. Ща найду тебя, погоди. Давай. Тоже карту посмотрю. Тебе надо в телефоне выбрать мой ник и нажать метка, тогда я буду у тебя мигать на карте. Так. Контакты. Только что-то ты у меня не мигаешь в этот раз, не могу тебя найти. Ну, ник ты мой нашел, да? Не. А, я нашел все. Так, как метку нажать? Интер. Все. Интер, метка. У меня твой белый круг мигал, значит, в этот раз, типа, ни одного мигающего белого круга не вижу. А я вижу тебя. Да? Да, вот он ты. Ща. Так, надо мне тачку какую-то. Другие игроки. Но я еще и тут тебя могу найти, так что. Вот ты. Да. Так, что, мне стоять, не двигаться? Или можешь... Не, слушай, мне... едь ты на меня, что у меня вот раз навигатор тупит. А у меня навигатор вообще не показывает. Как мне... Да. Ну, блядь, сейчас, секунду. О, боже. Другие игроки. Cake Destroyer. Все, стой на месте. Я включу. Все, стой на месте. Я пока затор на дороге сделал, чтобы как бы тачки копились, и мы потом выберем. Главное, чтобы меня никто не убил. Тут просто люди какие-то ездят. У меня чуть подлагивать начинает. Я надеюсь, что это не дудос меня в этот раз. Все, ребят, сейчас наша банда снова соберется. Пока из наших дел совершено только нападение на группу таджикских рабочих. Пока больше ни на что не способны, но это временное явление. Ну, джип классный был, джип классный. Ну, ты разочаруешься в машине, на которой я сейчас еду. Я так смотрю по сторонам, чтобы приехать на чем-то более достойном. А, меня тут избивают, меня какой-то нигер бьет. Чувак, у меня такой логодром начался. Меня нормально слышно в скайпе без робовосев, да, и без всего? Отлично. Машины просто по воздуху летают. Чувак, по мне стреляет какой-то бомж. У тебя пистолета нету? Да, у меня есть. Сейчас, если я приеду, вместе с ним попробую его ваншотнуть. Спасибо огромное за подписку, Фрэнки Ниагара. Практически Фрэнки Синатра, кстати, тот вроде был канадцем, а Ниагарский водопад в Канаде, не? Может быть, даже у Фрэнки Синатра было прозвище Ниагара. Спасибо большое за подписку. Так, давай я тут с оружием спрячусь, короче. Не-не-не, можешь уже не прятаться. Выходи. Где ты? Я стою тут. Я приехал туда, где ты был в прошлый раз. Последний раз. Все, вижу, ты чуть переместился сейчас, секунду. Да-да-да, я там разрулил немного. Ага. Нам надо уже менять машину, к сожалению, у этой нет колеса. Ну, давай быстренько пересядем. Вот это, на это я есть. Давай за руль. Хорошо. Слушай, может, блин, а ты, ты автомат взял с трупа или купил? Не-не, я купил этот дробовик, там продаются, там. Уходим, копы уже по нам стреляют. Да, я вижу. Не стреляй мне. Я еще уйти с двух звезд, чем с пяти. Я могу только вот так вот показывать. А, у меня пистолет опять появился. Ладно, я не буду стрелять. У тебя лагает этот мотоциклист? Только что... Я назад, но... Хорошо. Ну ты хорошо с ним справился. Я не пытался, у меня все в лагу. Да, хорошо, значит, просто сервак на лагах, или сюда пытается просто пробиться куча народу. Так, короче, ну, нам нужно что-то. Я думаю, что красить машину все-таки не вариант, раз мы эту бобу уже делали, то как бы в этом смысла нет. Или у тебя прям висит задание? Не-не-не, ну как бы задание не задание, денег много, давай тачку выберем хорошую, на которой мы будем кататься. Хорошо, сейчас я поверну куда-нибудь. Ты смотри, какая. Не хочешь такую? Ну, пока мы не можем, надо сначала уехать. Это не Audi там? У нас ее все равно отберут, нас убьют сейчас менты и все.
Ладно, давай, отрывайся. Я уже нагнулся. Давай. Только я как-то слабо в этой... Ага, все. Все, нагнулись, да, и сидим. Так было спланировано? Да. Хорош. Прекрати это, блядь, делать. Я думаю, почему нас палят? Ты думаешь? Да. Там кто-то еще шалит. Это что за херня? Не обращай внимания. Спасибо. Блин, чувак, нас буквально... Думаешь, буквально... шишечкой зацепили. Ну, блин, Илья, в прошлый раз, когда ко мне подъехал мотоциклист, он достал дробовик, и я умер. Да, 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 да. Нет, ты все правильно сделал. Этого педика так и надо было мочить. Смотри, захват. Может, сюда зайдем, синий круг? Хочешь, давай, давай попробуем. Сейчас закончится розыск. Сиди, сиди. Блин, мне бы тоже автомат купить, а то что я с пистолетом, как еблан. А там на этих заданиях, по-моему, свое оружие. Да нет? Твою мать, как так? Они же не видели ни хрена. Ладно, ладно, уходим, уходим, нормально. Нагнись.